И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Леонид. Сегодня мы будем играть в режим «Русский город». И в этом видео я вам покажу, как найти все предметы, от семечек до пистолета. Погнали! В общем, я заспаунился. И самый первый предмет, который будет после нас, это лом. Берем лом, мы его потом кинем. Это самый начальный. Теперь нам надо прийти к нам домой, так сказать, в квартиру, чтобы заполучить там еще больше предметов. Вроде бы пум, да. Сейчас вам покажу. Кстати, прикольная фича, вот домой пум. Вызываем лифт. Все, мы приехали. Так, заходим в дом. Так, вот, нашли компик. Теперь нажимаем на клаву. Так, блокнот бесполезен, он вообще ресетается каждый раз. Вот, внимание, скидки столько на все предметы. Яндекс.Магаз. Прикольный Яндекс.Магаз. Берем все предметы отсюда. В общем, гайд, как быстро выйти из квартиры. Просто берете и нажимаете на вертолет. 2, 3. Опа, и вы появляетесь на плавне сразу же. Так, я сразу буду взять вертолет, чтобы нам быстрее. Опа, все, погнали, погнали. Уезжаем, уезжаем из двора. Итак, пятый предмет, это пистолет. Вот, идем за пистолетом. Он находится на этой свалке или что-то такое. Спал, ну, так. Идем вот сюда. Берем наш пистолет. Все, даже выходя из вертолета, мы забрали пистолет. Давайте его испытаем, чтобы кто-то не поверит. Так. Работает, все работает, потом на кухне проверим. Так, идем к гаражам, там вроде бы телефон нового поколения. Идем. Здесь должно быть габарит. Открываем их. Собираем телефон новый. Нам надо еще старый взять. Старый он телепортирует. Сейчас я вам все покажу. Так, давайте едем в школу. Летим в школу. Да, крышная механика странная, вертолет. Очень странно. Все очень странно, если что, в этом городе. Так, мы приблизились к школе. Десантируемся. Так, вот она, школа. Забираем телефон. Ну, школа такая прикольная тоже. Вот не советую, тут классы, советую. Ладно, везем. Все, теперь самое главное. Аптечка. Это новый секунд поставил. Так, в новом можете без предмета. Давайте. Вот сок, метла второго дворника, у вас. И табуретка очень скорострельная. Ну, не понял. Квартиры не работают, такси. Это телепорт, что не работает. Бабка, если позвонить, будет дозваниваться 100 лет. Так, блокнот бесполезен. Переходим к старому телефону. Тут уже интереснее. Эта кнопка вас степает домой, а это на стоянку, которая нам нужна. Вас степнула стоянку, теперь идем прямо. Ух, тут бубников заспавнил. Ой-ой-ой. Так, идем прямо. Идем просто идите прямо и налево не лучше. Тут школьник делает. Ой-ой-ой. Давайте быстро сюда спавнимся. Берем спавнил бубник. У меня внутри. Давайте его заменим на класс. Все. Спавный губ. Это самое жесткое оружие в этом режиме. Самое жесткое. При правильном обращении можно и всего положить. Давайте за ним его. За это сделать. Давайте так все равно. Ух, я дома. Ну, так, дорогие друзья, все, мы собрали все предметы. Ой-ой-ой-ой-ой. Не отыпнуло. Кстати, мы же не все еще собрали, надо еще с продуктовым магазином взяться. Давайте возьмем пятерочку, вот. Берем хлеб, спрайт и что еще? Семечки, те самые семечки. Давайте, все. Радоваться. Мы взяли все предметы. И на этот прекрасный ноутс мы закончим. Пишите комментарии, про что снять. И всем удачи, и всем пока. Еще раз.